Пока я жду чайник, покажу вам наши огурцы. Вот такие вот гиганты выросли. Шарики вот такие. Что еще? Как вот показать огромные? Как кабачки такие, прям гигантские. Толстячки такие вот. Ну и кабачки вот там темно-зеленые внизу, две штуки. Вот. Вот такие вот выросли огромные огурцы. А теперь вам покажу. Вот 2 недели нас не было. Смотрите, как все заросло опять. Маленькими кусочками появились новые цветочки. Сейчас вот. Из того, что лилии отцвели, зато вот распустились рудбеки, распустилась немножко флоксов, лапчатка, она вот с весны, как вот в мае начала цвести, так сейчас безостановочно, так скажем. Вот немножко флоксов, гортензия. Ну, флоксы, видите, они плохо как-то цветут, их надо пересаживать, они здесь уже вырождаются. Вот эти самые Анютины глазки. Вот пионы уже отцвели давно, они вообще как-то быстро. Вот настурция зацвела, ноготки. Вот там у нас, видите, как вся дорожка в ней. Это, по-моему, сорт называется «День и ночь». Видите, белые цветочки и прям такие черно-красные, темно-бордовые. Вот там вот видим один. Вот там вот. Вот этот маленький прям вообще черный. Вот они с этой стороны тоже виднеются. Вот. Такие черные, темные, темные. Затем вот гладиолусы распустились, уже тоже отцветают. Астра. Астра у нас вон, видите, целая поляна. Поляна астр. Вот. Еще вот эти вот, не помню, как называются, похожи на рудбеки, только розовые. Вот, еще вот такое дело. Яблоня у нас просто ломится от яблок. Все ветки повисли, тяжелые. Первый год такой, чтобы на этой яблоне было так много яблок.
такие, чтобы они прям вот тянули ее, эти грозди вниз. Вишни, походу, уже сами отвалились. Сливы падают, все червивые. Вот у нас слива. Не знаю, даже те ягоды, которые висят, они все червивые. Так что вот так вот все заросло, надо опять начинать прорывать траву. Ради только этим занимаюсь. Вот у нас все крупные, ну, высокие астры, а тут вот мелочь, ну, карликовые. Они вот, если видно, они вот прям внизу цветочки эти, вот эти вот высокие, а те внизу. Какой-то желто-кремовый, такой непонятный цвет. Ну вот они, такие махровые маленькие цветочки. Тут еще немножко длинного дела осталось. Причем вот тоже, если видите, вот один кустик, вот на этом кустике, на одном, вот такие вот темно-розовые и вот такие вот светло-розовые. И это реально один куст. Не понимаю, как это может быть. Вот. В общем, вот так вот. Забыла конец вам показать. Вон мой рост вырос. Но верхушка еще не цветет. А внизу уже цветет. Вот такой куст раскидистый. Вот этот аспарагус рядышком блестит. А еще хотела показать маленькие такие плетистые цветочки. О, кстати говоря, у нас тут помидоры. У нас тут вчера три маленьких красненьких сняла. И тут, смотрите, желтенький походу. Вот так хотела
цветочки показать, они что-то не очень. Ах, те такие плетистые. Цветут, но как-то вот это все. Мы как-то ожидали, что они будут пожирнее, цветочки-то. Не, красивые. И даже если вот кучкой смотреть, кучкой цветочки смотрятся. Но по сравнению с кустом, как-то цветочков маловато. Вот они. На самом верху вот их тут самая малость, чуть-чуть совсем. И вот с этой стороны. А все остальное пустой зеленый куст. Мы как-то ожидали, что цветы будут по всему кусту. Ну, примерно так же, как на этикетке. Но вышла вот такая канитель. Вот еще сегодня надо будет собирать крыжовник. Вот не знаю, видно вам против солнца или нет. Вот у него темные ягоды, коричневые, он уже перезрел. Он должен быть такой желтоватый, а он вон уже коричневый. Вот. И еще у нас старая яблоня, вот эта, которую вам показывала, она сухая. На ней на одной ветке яблоки. Вон, если видно. Они сыпятся. Вон их сколько навалялось. И, в общем-то, они неплохие, но сухие. Как бы они невкусные, если их просто есть. Наверное, будем из них сок выдавливать или компот сварим. Вот, в общем, вот так вот. Такие делишки.